Как известно, Институт экономики, торговли и технологий образовался в результате слияния двух факультетов – торгово-экономического и факультета пищевых технологий. На дне открытых дверей преподаватели познакомили абитуриентов с новой структурой вуза. Много вопросов во время приемной кампании возникало, что такое институт, как он связан с ХЮРГУ и так далее. Да? Поэтому мы свои задачи ставили, во-первых, объяснить, что это структурная единица ХЮРГУ. Представители всех кафедр рассказали будущим студентам об основных направлениях подготовки. В свою очередь, ребята смогли задать интересующие их вопросы, которые в основном были связаны с экзаменами. Однако многие из школьников уже уверены, что хотят учиться именно в этом институте. Долгое время искала какую-то творческую специальность, в которой, можно как-то проявить себя. У меня ребенок пришел и сказал: «Мама, там замечательный преподаватель, я хочу только туда». Вопросов таких особых не стоит. Если будет возможность поступить сюда, то есть мы пройдем по баллам, конечно, мы пойдем только сюда. Институт экономики, торговли и технологий снова открывает свои двери для абитуриентов 2 и 3 ноября.